результат. Напомню, что квалификационный норматив в этой дисциплине для девочек 59-76. Ну и, наверное, один человек здесь может быть спокойным, это Маша Каменева. В ее победе здесь вряд ли можно усомниться, потому что две с половиной секунды превосходство перед Ириной Кривоноговой. Это какие-то неимоверные цифры. Не буду говорить, что велика вероятность установления рекорда России. Два предшествующих заплыва показали, что на несколько сотых, но все-таки парни и девчонки плывут послабее, чем накануне. Не знаю, может быть, магнитные бури. А может быть, на Машу это не влияет. Денисенко на ваших экранах. Ну и мы готовимся к очень важному, интересному, красивому заплыву. Маша Каменева по центральной дорожке выступает за Санкт-Петербург и Оренбург. Сама Маша из Оренбурга, но довольно рано прибыла в Санкт-Петербург и с тех пор защищает цвета северной столицы на всех чемпионатах страны. Смотрите, 25 метров прошли девчонки, а уже больше корпуса преимущества, и это преимущество только растет. Брас в этой ситуации не помеха, ну а кроль будет просто великолепный. Смотрим за вторым человеком, кто работает за спиной Маши Каменевой. Там единая стена, у Иры Кривоноговой есть небольшое преимущество, но здесь и Шваева, и Сорокина, и Денисенко, и Можина. Каждый из этих девочек может оказаться в двойке с выполнением норматива. Напомню, что норматив у нас чуть-чуть из минуты. Ну, что касается Маши, то здесь, давайте еще раз помним, 58-39, и у нас новый рекорд России 58-14, а второй становится Кривоногова, хотя мне казалось, что Сорокина раньше должна касаться. Ну и вот, еще раз говорю, магнит.